Здравствуйте, дорогие! Я вас очень хочу поздравить с 8 марта, с нашим днем, с днем женщин. Я вас поздравляю с Варшавы, с Польши. Но у вас есть прекрасная подруга Алла, которая мне написала. И я очень рада, что я могу с вами сегодня беседовать. Дорогие, я вам желаю прежде всего много-много любви. Любви людям, любви природе, зверям, но и любви прежде всего самой себе, нам. Я не хочу, чтобы вы были, может, эгоистическими сотворениями, но это очень важно, чтобы любить себя, чтобы беречь себя, чтобы делать себе хорошо, красиво. И тогда мне кажется, что вокруг будет все хорошо, будет все красиво и будет много-много любви. Так что всего вам доброго. И я надеюсь, до быстрой встречи в Киеве. Целую вас.